Всем привет, вы на канале Crypto Commons, на самом офигительном криптоканале в русскоязычном сегменте. И это будет очень быстрый апдейт по ситуации на рынке. Вчера мы провели криптогон стрим, 4-часовой лайвстрим при поддержке Pifagor Trade, Genesis и Russian Family of Market Cipher. Спасибо большое всем парням за участие. Ссылки на все их каналы в описании. Обязательно подписывайтесь и посмотрите, очень много интересных мыслей там было от гостей. Ну, а я хочу вам сказать, что... Я хочу вам ставить свои 5 копеек по поводу Dash, потому что давно мы о нем не говорили. Ну и про биточек и эфир тоже кое-что сказать. Смотрите, в целом все у нас, конечно, сегодня такое. Flat, sideways, choppy price action, боковик, грубо говоря. И все бы ничего, но вон, мы уже дампились, все повелись на то, что это медвежья ловушка, и мы снова пампимся. Смотрите, биток уже снова 45-200. И вот здесь вот все наверняка повыходили, посносило им стопы, и в итоге мы несемся уже обратно дальше выше, как и по эфиру тоже. Поэтому я и говорю вам, почаще отдаляйтесь, смотрите на недельные свечи Хайка Наши, посмотрите, как точно мы нарисовали третью зеленую свечку, и идем наверх. Не забывайте, что недельных свечек подряд может быть очень-очень много, и по логарифме нам еще есть куда расти с вами. Ой-ой-ой-ой. Теперь хочу что сказать. Вчера, пока мы стримили, товарищ прислал очень интересные скрины. Вот этот товарищ, Skinny 12, большой ему респект. Он прислал два скрина по Dash, Dash USD. Смотрите, первый — это аккумуляция вайкофа. И мы сейчас точно по ней идем, как по учебнику. Выходим из фазы D, стреляем по этому прогнозу на 500, откатываемся на 211 примерно и улетаем за 1000. Вполне себе резонный график на самом деле. И второе, что он прислал... Это просто снесло мне крышу. Смотрите, Ethereum Classic слева, справа Dash. И найдите, что называется, два отличия. Одно отличие заключается, конечно, в том, что вот эта четвертая фаза немного другая. Здесь мы сильнее просели. Ну и главное отличие в том, что пятая фаза здесь уже наступила, а здесь еще нет. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И если верить этому фракталу, то нас ждет с вами... Не то, что $1000, посмотрите на ценник, это, видимо, в логарифме. 1000, 2, 3, 5, 7 тысяч долларов, это логарифма. По примеру, как эфир классик улетел, помните, с $4 на 180. Вот и все. Как бы дисклеймер, конечно, не финансовый совет, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, спасибо Skinny еще раз за то, что это скинул. Но очень похоже на то, что это может быть правдой. Поэтому что еще хочу вам сказать, guys, обязательно подписывайтесь к нам в телегу, чтобы не пропускать уведомления по поводу всех этих очень-очень важных тем. HashRibbons дал сигнал на покупку, все видосы, переводы здесь, и также в чат, естественно, в наш телеграм-чат. Вот, так что все здесь хорошо. Единственное, что плохо, наверное, это кто сейчас держит альты к битку, они пока все-таки показывают отрицательную динамику в моменте. Но я вам говорю, ребята, все скоро произойдет по нашему сценарию, мы пойдем вниз выбивать лои по доминации. Потому что в целом, вон они уже, ну вот я вам только что показал план игры по Дэшу. Опа. Привет, дружок. Да, поэтому все тут отлично на самом деле, надо сидеть в лонгах, это самое сложное. Самое сложное — это не вынимать. Да, если вы хотите купить Dash, то воспользуйтесь одним из наших двух любимых обменников внизу в описании, FastChange или CryptoExchange. На CryptoExchange сейчас даже лучший курс. Переходите по этой ссылке, попадаете вот сюда и можете спокойно оплачивать своей банковской карточки, Сбербанк, Тинькофф или наличные в Питере, Москве. И вот вы можете здесь купить Dash. Курс очень хороший, обменник замечательный. Отдаете, получаете максимальные суммы, огромные здесь можно гонять. Единственное, он работает до 10 часов вечера с 10 утра, так что укладывайтесь в дневное время по Москве. Вот, если вы хотите торговать Dash, то, конечно же, вам дорога на Binance. Вы можете здесь это делать и на фьючерсах, и на кросс-марджине добирать монеты. Об этом посмотрите обязательно видеоурок по Binance. Есть некая плотность у нас по стаканам бинансовским вот здесь. Посмотрим, как мы ее пробьем. Смотрите, мы пошли уже по второму сценарию. По третьему, точнее, сценарию. Все говорили про первый. Нет, мы пошли в коррекцию, теперь пошли наверх. Я думаю, что все здесь будет зашибись. Эфир уже опять снова стучится в 300. На Bybit держу 5 лонгов, все зеленые. Ой, Ripple прорывается, слушайте, Ripple прорывается. Вот, как торговать на Bybit, смотрите обязательно видеообзор на канале новый. Вот он прямо здесь, в шапке канала, в описании. И ссылка на него также будет внизу.
очень подробно рассказываю про то, как торговать на Bybit, все за 10 минут. Вот, скоро будет серия стримов по Bybit'у и также по Фемиксу. На Фемикс тоже смотрите обязательно обзор. На Фемиксе, кстати, золото дипануло, можно открывать лонги по золоту. Золото видели, как ушатали? А Dash растет, кстати, пока я это записываю, Dash уже 167. Смотрите, как он пампится. Золото, вон, видите, как упало на Фемиксе вообще. Ну, оно не только на Фемиксе, оно, видимо, на... в принципе, упало на споте и на фьючах. Ну, я думаю, что это buy the dip, конечно, по золоту. И вот у меня тут есть какие-то вообще копейки. Ну, на них можно взять сколько-то золота уже, прямо сейчас даже. И вот он открылся, трейд на золото, обеспеченный тезером. Так что буду заканчивать это видео и доливать на маржу, чтобы меня не смыло по золоту, не ликвиднуло. Но я думаю, что, кстати, что не ликвиднет, потому что ликвидация ниже вот этой тени. Вот, ребята, это все дисклеймер, не финансовый совет, просто обучающий развлекательный контент. Видите, мы пошли по третьему сценарию, хотя все топили за первый. Но я думаю, что мы увидим гораздо более высокие цены сейчас даже, чем 52 тысячи долларов по биткоину. Вопрос времени. Свечи очень плотные, двигаемся очень хорошо. Так что еще раз вам говорю, вот чувак прислал скрины, абсолютно разумные, я считаю. Если вы отдалитесь на Dash на месячный таймфрейм и посмотрите на него через призму даже вот этого индикатора BIM Bands, то вы видите, что мы вообще выпали из него. То есть у нас коридор, вот, у нас нижняя граница канала это 200 с чем-то, а верхняя граница канала это... 2500. Собственно, туда Даша собрался, на самом деле. Так что, ребята, котлетим. Не на всю котлету. Ну, хотя сейчас можно и на пару котлет, смотрите. Залетаем, all-in, 125x без стопов. Все, с вами был Гриня. Всем профитролей. Увидимся в следующем видео. Пока.